А, нас тут всех не будет видно, да? Будет. Друзья, всем привет. Всем привет. А тебя не видно, вообще непонятно. А зачем на Инстаграм? Так, а мы как-то все сделали? Вот, привет, привет. Мы так решили немножко перекусить. Ванька, двигайся. Стулья переламывай. Слушай, а может сюда? А может быть сюда? Давай, да, да, да. А тогда вообще только я буду. Вот так, ладно, я буду держать. Блин. Присоединяются к нам люди, видишь? Присоединяются. Давай, подключай кого-нибудь. Для тебя надо подключить из двух орудий. Двух орудий. Вот, кто-то отправил запрос на подключение. Как это нужно делать? Посмотреть. Да? Не, вон внизу, где, видишь, красненький. Вот это? Да. А, видишь, какая, я даже не знаю. Вот, выбирай человечка. Ну вот, давай запросы. Вот Лилия Андреева какая-то добавить. Лилия Андреева? Ожидаем. Отклонила, не хочет с нами разговаривать. Вот странные вы люди. Вот я не буду больше никого добавлять в эфир. К нам. Видим, вот Смоленский. Сегодня мы играем в спектакль. Да, и 19:00. Мы пришли в ресторан, и мы заказывали столько всего, и опять мы объелись. И мы чувствуем, что мы стали... Кто объелся? Я. А ты нет? Я еще вообще там... А что я съел? Язычок. Паштет, салат. Пельмени, борщ. Булки. Суточные. И заливное из смоленского оленя. Смоленская дичь. Смоленская дичь. Так, ну давайте почитаем, что там пишут нам. Давай. Это Уфа, Бишкек, как вам эти города? Ну как, отлично. В Уфу мы еще вернемся в апреле. В начале апреля. У нас между... Привет из Баку, приятного аппетита. Спасибо большое. Ой, в Баку бы побывать. У нас сейчас бакинский соус наршарап. Где? Вот стоит. Говорят, что да. Три самых любимых человека. Что заказывали? Такие замученные. А как же мама, сыновья? В Украине хоть когда-нибудь будут ваши спектакли? Ну, друзья, ну вот эти два человека вообще не въездные в Украину. Мы не въездные, мы не знаем. Когда только нас Порошенко пустит, когда это будет, мы не знаем. Или не Порошенко. Или не Порошенко, скорее всего. Ну, после этого прямого эфира, возможно, я тоже стану вдруг не въездной. Нет, давай нет. Но вообще ты сидела с теми, кто был в Крыму. Да ты что, а если я тебя потрогала, то кажется... Аня, это проблема. Следующий прилет. Ну ладно, не будем об этом. Когда выйдет... Включай человека, давай, откуда-нибудь. Сейчас. Да выбери ты человека. Выбираю. Вот, давай. Смотри, какой-нибудь там. Анастасия. Вот. Сердце шепчет Анастасия. А, нет, это Александр какой-то нажал. А, ну ничего. Ну да ладно. А, представляешь, это Александр. Спасибо. Вот, смотри. О, смотри, это угол. Александр, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Шикарный вид. О, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы, Александр? Приятного аппетита, Санкт-Петербург. Ой, мы в марте будем у вас. Мы в шоке. Где будете? Вы как бы в Санкт-Петербурге. Я понял, где концерт будет. Ну, ладно, еще не по ней, еще пока неизвестно. Наверное, ДК-Выборгский или ДК-Ленсовета. Где-то там. Мы очень любим Санкт-Петербург. Ну, как сказать. А вы были на нашем спектакле, Александр? Нет, нет, еще ни разу не был. Вот приходите в марте к нам. Обязательно. Да. Берите жену или девушку. Жена. У вас какие семейные отношения? Что-что? Какие семейные отношения вы? Женаты? Женат. Или женат. В свободном полете? Женат. Нет, нет, женат. Нет, нет, женат. А, хорошо, вот я, например, вот, значит, берите жену и приходите. Будет весело. Подожди, дай Ване сказать. Он говорит, что он холостой, поэтому все подписчики. Я холостой. Обратите внимание, смотрите, вот он сидит. А, да. Может, лучше подписчицы, а не подписчики? Я решила, что может быть здесь поведет Ваня. Так, ладно, Александр, хорошего вам дня, а мы позовем еще какого-нибудь. Все, спасибо, удачи вам. А что нужно делать? Завершить. Нет, завершить это завершить вообще прямой эфир. Нет, тогда нет. А вот Иксик. А, вот. Да. У меня дело в том, что у меня нет возможности. Стасик, ты секс-бомба.
А я дошучу, ребят. Сейчас, подожди. Я домашний комок. Ты комок шерсти, Вань. Комок шерсти, да. Так. Из Винницы, с Украины. Вот у меня бабушка оттуда, тут с дедушкой из Винницкой области. В Самаре в апреле вы втроем играете охоту на мужчин? Ваня, или ты один поедешь? Ну, когда я один, куда я один поеду? Ну, конечно, втроем. Втроем. А что это, что передача? Конечно, втроем, сам телевизор не смотрю. Когда в Краснодар приедем? Когда? Надо, чтобы Стас добавился к тебе. Знаешь, как сразу какой будет? Спасибо. Ты видишь, говорят, что мы такие замученные, а потом пишут, что хорошо выглядим. И не поймешь прям, кому верить. Мы просто выспались очень, ребят. Мы спали весь день. Хорошо, ну ладно, вы звоните. Когда Москва? Москва, 7 февраля. Да, 7 февраля. Москва. Культурный центр «Москвич». Охота на мужчин. Мы дарим вам розы. Охапку роз. Я и Стас. Мы будем дарить. Приходите. 7 февраля. Билеты можно купить, перейдя по ссылочке, которая находится в шапке профиля у Ивана Царевича. Ну, что-то Иван она глючит. Но мы выложим еще сторис с ссылочками. Так что не пропустите сторис, покупайте билеты. Стасик, ты секс-бомба. Аня, можно сегодня будет с вами сфотографироваться после спектакля? Конечно, мы обязательно выходим вот в народ, в люди. С удовольствием с вами сфотографируем. В Ульяновске мы тоже будем со спектаклем «Охота на мужчин». Да, я знаю. Самара ждет вас. Здорово, вот видите. О, видишь. Ань, ты тоже холостая, присмотрись. А, вот видите. Здорово, вот видите. Ань, ты тоже холостая, присмотрись. Смотри, а... Вот пишут, а что по мелким городам не ездите? Оренбург, например. Ну как же, в апреле. Мы поедем в Оренбург. В апреле мы будем в Оренбурге. Конечно. Так что... Ждем вас вместе с оренбургскими платками. Привет из Питера. Когда Нижний Новгород? В марте. Здорово. Как ты все так помнишь, Анька? Ага. Я вообще не помню. Я же свободен от дат. 19 марта. Вот. Давайте задавайте вопросы, я буду по списку отвечать. Так. Как у вас делишки? Да вроде хорошо, правда? Да, нормально. Спали до обеда, можно сказать. Вообще. А теперь, так сказать, легкий перекус. И впервые за несколько лет, сот лет. Да, перекусик у нас действительно легкий. Привет из Грузии, вот. Гамарджоба. Гамарджоба. Приезжайте в Астрахань. Ой, в Астрахань, да. Так, ну что, в Читу. Приезжайте в Читу. А мы разрешим мне между лопаток. Ой, синий. Привет от Юрия Ивановича вам со Стасом. От Юрия Ивановича? От Юрия Ивановича. Сашка Емельянов напишет. Да ладно. Сань, ну ты, пожалуйста, Юрий Иванович не показывай. Да, пусть покажет. Хотя ладно, вон. Стас, передай, пожалуйста, привет Юрию Ивановичу. Привет, Юрий Иванович. Ребят, ну как вы там? Да как, закончили репетицию с нами. Спасибо. Когда в Крым? Когда в Владивосток снова? А? Да, спасибо. Стасик, очень. Передай очень мне вкусно. Персональный привет. Я тебя поцелую. Ой, посмотри, нас зовут во Францию, Ваня. О, это что? Вы купали спектакль, поехали. Передам. А куда во Францию? В какой город? Мы обязательно приедем. Не, ребята, покупайте, мы летим. Можем сыграть на лодке в Монако. Здесь как хорошо. На 7 человек. От Юрия Ивановича привет, Витюшка. Самый классный актерский состав, Вань. У меня просто крем-суп из тыквы принесли. Ты пока отвечай что-нибудь там. Магадан посетите. 53 человека хотят выйти в прямой эфир. Давай добавим кого-нибудь. Давай. Ой, такой вкусный суп. Добавляем, вот Виктория Глотова есть. Давай, Виктория Глотова. Такой суп? Вкусный, да? Он прям такой взбитый. Прям такой, ты знаешь? Прям то, что надо? Здравствуйте. Виктория, привет. Здравствуйте. What are you from? Приезжайте в Муром. Куда в Муром? Муром, да. Муром? Да. Хорошо, мы приедем.
приезжайте с спектаклем. Ну, интересный диалог. Ну, мы по Мурому приедем. Мурому, конечно. Вы чем занимаетесь? Я из школы еду. Вот буду скоро молодежку смотреть вашу. Из школы? А в каком классе учитесь? Да. Да? В школе. Да? В классе каком? В восьмом. О, восьмой. Восьмой. Анька в девятом. А вот Витя. Да, это из школы. Вас мама забирает? Да, мама. Да. Мама или папа, да. Бывший. Да. Что происходит? Вот хэппинг. Тройки, двойки, что? Нормально, учусь нормально. Нормально. Курить бросила? Я не курю. Ну ладно, давай. Да. Хорошо. Все, ясно. Ладно. Все, пока. Счастливо. Ой, может, прижим? Просто так соскучился по фронтальной камере. Да, просто у Вани не работает фронтальная камера, поэтому... Инстаграм вообще сдох. Привет, Дальний Восток, привет. Вы приедете во Владивосток, но мы там были в ноябре. Да, мы там были. Мы ходили в вкусный ресторан, поэтому с удовольствием вернемся. Да, были в Зуме. Так. Ваня, вам привет персональный. Светлана? Вам привет персональный. Спасибо, Светлана. Очень-очень-очень nice. So cute. Аня, не одевайте, пожалуйста, свитер, который был на вас на фото в поезде. Он очень стрёмный. Спасибо, я учту. Он мне тоже очень нравится. Аня, ну что, ты же икона стиля. Стрёмный свитер? Икона стиля. Когда мы приедем в Подольск? А мы в Подольске когда? Мы были. Вот-вот. Нет, когда ещё? Бондаренко, я тебя обожаю. Спасибо. Аня, не одевайте, пожалуйста, свитер, который на вас был в поезде. Выбросите его. Хорошо, я скажу, куда, потому что из той мусорки его явно заберут. Так. Зачем? Отсюда? Вань, ответь, Архан. Архан. Кушайте. О, 827. Да, я там училась. А вот кто это, я не знаю. Мы приедем в Казань? Я тоже точнее. Да, в июне. Две тарелочки. А еще язык? Нет, давайте. Маленького. Закусочку не нужно, да? Нет, пусть сам лопает. Пусть сам с этим справляется. Да. Друзья, ну что, встречаемся сегодня с вами в 7 часов. И 7 февраля еще встречаемся. В Москве. Пока. Да, и 7 февраля. Седьмого.